В Малый-Хадж из Дагестана вылетела очередная группа паломников, сообщает компания «Марва-Тур». Среди них и известные дагестанские спортсмены, бойцы смешанных единоборств Забит Магомед Шарипов и Магомед Магомедов. Хочется посетить такую священную землю. И в прошлом году был Забит, и он мне сказал, что там реально как будто с камень с души падает. И хочу сам ощутить на себе это ощущение. И говорят, просто невозможно описать словами. Паломникам в зависимости от программы будут представлены комфортабельные гостиницы с питанием и непосредственной близости к мечетям Ан-Набави и Аль-Харам. В Медине верующие проведут 9 ночей, затем они отправятся в Мекку. В священном городе паломники совершат обряды малого хаджа, семикратный обход вокруг Каабы и ходьба между холмами Сафа и Марва. Помимо этого, для паломников будет организована экскурсия по святым местам Мекки и Медины.